Лазер стиль на рынке уже более 25 лет. Это одно из крупнейших предприятий в Подмосковье. Глава городского округа Владимир Волков с рабочим визитом посетил рекламно-производственную компанию в поселке Машково. Компания работает по двум основным направлениям. Первое – это историческим, чем мы занимались, наружная реклама, изготовление вывесок, полное оформление магазинов. Второе большое направление, сейчас оно лидирующее, это производство PVS-материалов, это торговое оборудование стандартное для брендов. Предприятие на рекламном рынке с 1996 года изготавливает внутренние и внешние макеты вывесок. При производстве рекламных конструкций используется широкий набор материалов – от металла и дерева до виниловой пленки и тканей. Передовые технологии обработки позволяют добиваться высокого качества. Компания, нам очень приятно, что на территории нашего округа работает так долго. Компания работает порядка 250 человек. И, конечно же, я желаю производству, руководству этой компании только развития, только новых заказов. Мы поддерживаем наших производителей. У компании рабочие связи со многими городами России, что позволяет выполнить поставку и монтаж рекламной продукции в любую точку страны. Предприятие обладает собственным производством, на котором работает более 200 человек. Вообще, как бы макетчики, сборщики, рекламу делаем. Босс у нас, бригада женская, клеим, катаем. Очень интересная работа, работаем своими руками. Миссия компании – способствовать повышению продаж, продвижению брендов и улучшению имиджа клиентов. Тут дизайн и качество соответствуют современным требованиям. Анастасия Кладинова, Денис Заугольников, телеканал ЛРТ.